на протяжении 2 месяцев вели обсуждение развития нашей столицы на диалоговых площадках, которые были посвящены различным темам, начиная непосредственно от экономики и заканчивая экологическими вопросами, вопросами развития образования, воспитания, здравоохранения. Поэтому сегодняшним собранием мы в какой-то мере подводим итог этим всем предложениям, сформулировав их в планах развития непосредственно города. Для меня, как делегата, это очень почетно и, естественно, очень значимое событие в моей жизни. Проблемы, которые меня лично волнуют, это проблема защиты трудящихся. То, что человек труда должен быть всегда на первом месте, потому что только благодаря человеку труда будет построена наша государственность белорусская. Так же, как мать, меня волнует вопрос наших детей. Как наши дети будут учиться, где будут учиться и в какой стране они будут учиться. Я хочу, чтобы мои дети росли в достойной стране, в спокойной стране, в мирной стране. Люди встречаются, общаются, принимают совместные решения. Все-таки это достаточно полезно и нужно нам сейчас. Я думаю, что молодежь Минска, и в частности молодежь Минского автомобильного завода, волнует вопросы строительства жилья. Да, вполне возможно, что надо, может быть, сделать какие-нибудь молодежные стройки. Не только города, спутники развивать, да, а немножко развивать, допустим, область, да, молодежный поселок. Мыслей много, идей тоже. Мы провели ряд диалоговых площадок, мы сформировали наши предложения. У нас получилось 67 таких больших глобальных предложений. И вы знаете, конечно, наверное, основные вопросы – это вопросы, касающиеся молодежи. Это вопросы, которые касаются того, чтобы сегодня молодежь оставалась в нашей стране, чтобы молодежь оставалась на первых местах работы. Это вопросы наставничества, это вопросы сегодня сохранения семей, это вопросы женского предпринимательства и женского бизнеса. Еще достаточно большой ряд вопросов, которые поднимали, это вопросы по поддержке сегодня семей с детьми. И очень интересное предложение использования, расширения использования средств семейного капитала. Очень большой блок вопросов у нас касался и изменения срока декретного отпуска.